Экология под угрозой. К такому выводу пришло Министерство природы России, присудив Рязани 69-е из 70 место в рейтинге экологического развития городов. Главным критерием оценки стала работа городских властей. Также учитывался ряд факторов, среди них чистота воздуха. За истекший период 2017 года уровень загрязнения атмосферного воздуха классифицировался как повышенный в январе, феврале и апреле. В остальные месяцы текущего года он классифицировался как высокий. В августе как очень высокий. И определялся высоким содержанием, повышенным содержанием сероуглерода в основном в августе формальдегида. Сотрудники природоохранной прокуратуры отмечают, что Рязань – промышленный город. На территории региона работает множество заводов, и практически на всех есть нарушения. Они разные, может отсутствовать разрешительная документация или не выполняться мониторинг за состоянием загрязнения атмосферного воздуха. Природоохранной прокуратуры применяются меры и административного воздействия к нарушителям, вносится представление об устранении нарушений. Если на представление отсутствует адекватная реакция, то применяются меры искового воздействия, и уже суды обязывают устранить нарушение природоохранного законодательства и привести деятельность в соответствие с требованиями закона. Судебным решением закончился разговор с Рязанской нефтеперерабатывающей компанией. В 2014 году ее обязали модернизировать систему очистки воды. Сбрасываем из очистных сооружений сточные воды не соответствуют установленным нормативам. Сточные воды сбрасываются в реку Листвянка, которая впадает в реку Аку. При этом стоки, которые поступают на очистные сооружения предприятия, это не только стоки этого предприятия, прилегающих предприятий, но и стоки всего города. Для полного соответствия нормам требуется реконструкция очистных сооружений. Суд разрешил проводить ее постепенно. Предприятие регулярно отчитывается о принимаемых мерах. К минусам региона также отнесли низкую прозрачность, подотчетность и затраты на охрану окружающей среды, высокие потери в тепловых сетях и низкую вовлеченность граждан в экологические акции. Есть у Рязани и один плюс. Исследователи положительно оценили число зеленых насаждений в городе. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».